Вот, а для меня животные это ничуть не хуже, чем люди. Поэтому не надо издеваться ни над людьми, ни над животными. Кстати говоря, я вообще сторонник вегетарианства. Я не ем мясо уже много-много лет, и чего я всем желаю. Мне кажется, полезно сводить людей на скотобойню один раз. Чтобы прекратить есть мясо, просто нужно сходить, посмотреть, как убивают животного, как вкалывают проволоку между глаз быку, как они рыдают, орут, как это страшно. Вот. Это вот один раз посмотреть, и, может быть, имеет смысл тогда не есть мясо, потому что есть куча всего другого. Но